Hey you guys, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием Соли и Святилище. Так, да, в прошлой серии я говорил, что я нафармлю как раз на кольцо и на фонарь, но я фармил на тех врагах, что были справа. Я умер два раза, я потерял две с чем-то душ, ну, соли. И как-то, знаете, я так подумал, а нахер нам не надо? Я пошел, короче, на легких врагов, пофармился там. Нашел еще. Смотрите. Так, сделать подношение. Еще одну фигурку каменного клирика. Маленькая каменная фигурка мудрого клирика. Пожертвовать на алтарь, чтобы призвать святилище клирика. Повышать силу, молитву в области и так далее, неважно. Делать подношение нельзя. Житель этого типа здесь уже есть. Вот это клирик получается? А, окей, все. Все, вопросов нет. Повысить уровень. Я не могу, но мы можем сделать вот что сейчас. Здорово, купить предметы. Мы с вами покупаем фонарь. Да, купить. Мы купили фонарь. Так, готово. Вступай с миром. Теперь... мы можем поставить фонарь. Только вопрос, где он? Или он... А, вот. Он пойдет навсегда. Теперь он будет с нами просто здесь тоже висеть. После. Вы сейчас подумали, а почему я побежал в эту сторону? В том замке, где мы с вами были. Помните еще, где первый босс? Блин, как это можно забыть? Камон. Мы недавно только оттуда вышли. За прошлой серии. Короче, там я нашел одно хранилище. Довольно интересное. Сейчас мы туда с вами придем, я вам покажу. Главное не попасть на врагов. Не хочу с ними драться. Хочу я с ними драться. Так. А, за мной прибежала летучая мышь. Так, где-то тут есть... если не ошибаюсь, проход. Вот. Вот это место? Или нет? Что-то я путаю. Стоять. Так, мне нужно наверх. Ну, они агрятся на меня. Так, все. Собака точно загрелась. Ой, два мертвяка. И я понял, как, короче... контратаковать. А, ну... да ладно тебе! Зараза. Так, грохаем челика. И вон, видите, вон, за стенкой там. Туда нам нужно пойти сейчас. Вон сюда спрыгнуть. Зажигаем. И вопрос, что это? Типа тоже сохранялка, да, походу? И алтарь. Потому что я вижу, у меня есть вода. Она у меня пополняется автоматом. Вопрос теперь такой. Можно ли ее расширить? Блин, а в принципе я мог бы отсюда прийти. Хотя что это за срез, мне интересно. Ладно, не суть. Так, убиваем тогда этого придурка. И отправляемся с вами дальше. Так, нам нужно вниз. Так, ниже, да? Только что-то я вижу, фонарь херово светит, если честно. Во-первых, что вот то летает? Безопасно ли оно? Так, а по оружию у меня больше ничего, да, нету? Лук есть. Хорошо, допустим, стрелы. Ага. Ого. Я вас понял. Я его убил? Да, я его убил. Это призрак. Великолепно.
Теперь против нас призраки. Услышать их можно по цепям. Безопасна ли мне эта дорога? Я хз. Это было так задумано. Так, хорошо. Опа-на. Это срез с берега. Ништяк. У нас еще открылся один срез. Чему я очень сильно рад. Ну, лети ко мне. Блин, а почему, почему летучие твари могут... Что за музон? Открыть. Если что, я сразу захожу и убегаю. Деревня улыбок. О! Вы черт. Не заметил. Ой-ой-ой-ой-ой. Нихера там рыцарь. Так, я тут заметил, что я без щита бегаю. Ой-ой, тихо. Я понял. Ты сильный чувак. Тихо, нет. Против двоих я не собираюсь драться. А, лошох. Ха. Ты ко мне не залезешь. Так, собачонку свою убери. О, бэкстеп был? Нихера за него душ дали. Народ, я тут подумал, скорее всего, я сюда вообще зря иду. Да, походу мне нужно отсюда валить. Ну нафиг. Там монет столько дали. Душ столько дали. Да, походу я рели. Сюда еще рано при. А подождите, а куда мне тогда идти еще? У меня же тогда без вариантов. Тогда у меня здесь без вариантов. А, не, еще есть. Подожди, она, он или она... Так, хорошо. Это я помню место. Это я место помню. Теперь нужно понять лишь одно. Куда мне идти? Ну, первым делом понятно. Я повышу свой уровень. Повышаем уровень. Мне нужно заточить... О, хорошо, пронесло. Понять по щиту. Щит хуже, поэтому я его продам. Так, ты. Да. Так, не, давай с тобой попозже поговорю, подожди. С тобой, да. Купить предметы. Колокольчики мне не нужны, у меня есть свой колокольчик, кольцо. Два фонаря можно купить зачем-то. Так, показывает местоположение потерянной... А, владельцам соли, то есть показывать будет тех... Блин, короче, будет показывать соли тех врагов, которые меня убили. В принципе. Так, ладно, давай... Подожди тогда, продать предметы. Ладно, шлем все-таки продам. Ушанка. Ладно, продам. Лук оставлю. 10 стоит. Лучше дайте мне, я лучше их куплю до хера и буду потом на эти ставить. Так, для улучшения мне кажется вот эта херь нужна. А, это продать я должен. Не,
Не-не-не, 800. Хорошо, поехали, купить предметы. Так уж и быть, куплю колечко. Готово. Да-да-да-да-да. Так, ставим это кольцо. Может это тоже поставить? Уменьшает эффект ранения. Кольцо мощного исцеления. Хозяин может получать повреждения, но... А, хозяин может получать повреждения. Что? Так, кузнец. Да. Улучшить. Мне нужно улучшить мой меч. 250, да? И один локон. Допустим. Хорошо, допустим, допустим. 500 нужно соли. Готов, я готов. Так, вопрос, куда теперь я должен идти? Вон, видите, соль показывает вот это. Летящий стей, херь. Это тот, кто меня убил. Нам нужно, короче, спуститься тогда вниз. Картошка. Или не вниз. А, не суть, зайду все равно. Внутрь. Нужно понять, как ломать вот эти хранилища. Или чтобы они хотя бы работали. Так, а где продавец тогда? Ага. Давайте лам проверим. Да. Все-таки тут можно сразу все сделать. Так, пробегу тогда сюда. Я понял платформы, я вас понял. Умру. Ломаются все платформы. Вот в чем херь. Прыгаю не очень высоко из-за тяжелой брони. Хотя можно ее снять. Ага, прикольно. А где лифт был? Куда мы с вами тогда спускались, что был лифт? Я точно помню лифт. Я не помню, где он был. Здесь. Вообще не пойму. Лифт, а где был лифт? Не припоминаю, честно, вот. Показалось, что я двойной прыжок могу делать. Лифт. Где был сраный выше лифт? Прыгну, сдохну. Здесь без вариантов. Даже если так, то я могу здесь спуститься. Налево идти опасно вниз. Меня там грохнут. Так, тут я был. Так, а, это алтарь. Да, называется... Я потратил ХП. Не, давайте, короче, восстановлю себе хпшку на самый случай. Так, и погнали, короче, убивать. Мстить за нашу смерть. И нужно что придумать. Ух. Ну, перекаты. Много-много, да, их. Ляга, ухо. Давайте я заюзаю, уже так и быть, ухо это. В светильник. А, это чтобы он по КД, да, был со мной? Так, бестиарий. Ухо, ухо, ухо. Броня, оружие, щит я не продал.
Ключи. Ухо. Разбойника, разбойника, разбойника. Черная жемчужина. Ну, допустим, это. Не могу, не могу. Так, клирика. Проводник. Так, а проводника мы еще не видели. Тихо. Жесткие, жесткие. Так, минус собачка, чтобы не мешала. Прыжки у нее опасные. Так, минус. Попрощался с головой. Вот, вот, вот. Вот эта серия ударов у них сильная. Тихо, тихо, тихо. Нужно их убить. О, я души вернул. Тихо, не умирай. Блин, а души жалко. Я ж просру душки. Блин, обидно. Опа. Опа. Что я вспомнил? Так, здесь, да, кажется, тьма нам... Мне это не нравится, ребят. Я не хочу туда идти. Слишком темно. А там у нас лифт. Окей, значит, что у нас получается? Пойдемте, короче... Блин, тогда мне опять их убивать придется. Души, мне нужно прокачаться. Плюс я сейчас заюзаю новую статуэтку. И посмотрим, что она мне даст. 4 у нас есть. Плюс у меня статуэточки дают эффект. Там вещи как-то нужно достать. Нужно как-то на дерево залезть. И статуэточки дают эффект. Что это? Что это значит? Это значит все в ажуре. Плюс я могу меч еще прокачать. Так, сколько ты продаешь? 5 предметы. Подожди, это не ты продавал? Блядь, неужели на помойке той? Кто продавал? Купить. Ты продавал? Ошибись. Не он. Ты продавал? Говорить. Купить предметы. Пст. Кто тогда? Ребята, я не помню. Ладно. Вспоминай, вспоминай. Мужик на помойке. Мужик на помойке у нас, кажется, внизу, да, был? Если да, сейчас я к нему схожу, просто поболтаю. Ладно, что забрать? Или это просто чистый спуск? Нет, это к мужику, все правильно. Так. Здравствуй, здравствуй, купить. Вот, это он продает. По 500, мое. Чё оно у вас такое все дорогое? Ветка твердая, дерево наконец-то такая проблема. Всё, я понял, идите. Не буду, ребят, ничего покупать у них. За 500. Кольцо у меня 500 вышло. Фонарь 2500. Не, ну вниз мне придется все-таки спускаться туда, в темноту. Первое, кого я не хочу просто сражаться, это с призраками. Потому что я вижу, они проходят сквозь стены. Это как максимум уже жопа ББ. Так, повысить уровень тогда. Да. Так, древо повысить уровень.
Так, заюзать стрелок маленький, да? Хорошо, допустим. На сотку, ладно. Повысить уровень. Ага, опять не хватает. Да, повысить уровень. Вот у меня получается шоколадка, чтобы типа хватает или не хватает. Допустим, хорошо. Древо навыков. У нас есть три. Я могу улучшить силу. Выносливость, либо сила. То есть как-то так. Но я хотел сюда, к броне, да, идти? Три не хватает. Класса три. Выносливость. Там можно и то, в принципе, прокачать. Ладно, готово. И погнали попробуем. Ой, статуэтку точно. Чуть не забыл. Так, сделать подношение. Сделать подношение нельзя. В этом святилище уже максимальное число жителей. Так, а могу я... Это, короче, бесполезный наемник, да, это походу. Ты бесполезен. Да, я хочу напарника. Ну, нажимаю. Как мне подтвердить? Ну, подтвердить. Ты мне нужен. Мне нужна твоя помощь. Все. Магазин. Магазин это только для сетевой игры. Нанять. Где нанять? Где? Нету нанять. Уйди. Будь осторожен, блядь. Говорит он мне. Короче, у нас больше вариантов нету. Пойдем, короче, даже если умру. На последнее время мы с вами должны... проникнуть. Давай, вставайте. Да? Ухо, зачем тайну мне? Давай сюда, давай. Доели. Минус. Собаки, все, поехали. Минус. 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 Иди. Не, у меня сейчас урон жесткий. Особенно атаки стали. Порой полезно вернуться в начало пути. То есть, на твой путь начался не на острове. Какая досада. Я не понимаю, что он хочет. Чтоб я вернулся в самый старт. Ну, вернусь я и... Ну, там... Я забываю про нее, про вот эту вот ловушку, вот сюда, куда я наступаю. Хотя... Ух, кто там стоит? Ух. А, да,
Забыл сказать, за смерть денежку забираешь, да? Или я говорил, когда я пытался фармить. Окей. Значит, в ту сторону, допустим, не вариант, да, нам идти? Ну, вниз спускаться. Да ты надоел. А, теперь на меня этот... Та зараза, да, будет нападать? Ну, убивай их. Что меня радует с двух атак. Это меня сильно радует. Просто ваншотчен с двух ударов. Давай, давай. Минус. Тапсина не нападет, я надеюсь. Да, прокачать меч был лучший вариант. Быстро убиваю. А не, подождите. Что это за чудище? Ага, так мне не спуститься. Виль. У меня на прокачку души, если что, хватает. Ну, я надет аж. А можно как-то просветлее сделать? Нет. Похоже, что да. Хорошо, допустим. Где огненные стрелы? Я огненными стреляю. Ничего. А, так они, замечу, не уменьшаются. Так, уменьшилось, понятно. То есть лук у нас бесконечный. Замечательно. Замечательно. Ладно. Мысли. Здесь ничего нет. Стоп, стоп, стоп. А, значит, там никого нету. Внизу огур. Ну, к огру я тоже как бы попасть не могу. Старик мне просит пойти в начало. Почему бы вопрос его не послушаться и не пойти? Я думаю, может быть, к чего-то это мне приведет. Плюс я могу... О, идеально, смотрите. Повышаем уровень. Изи прокач. Древо навыков. Короче, собираем на доспехи 3. Теперь мы можем сделать вот что. Пойти вниз к бомжу. Купить 2 все-таки эти шторки.
В следующей серии мы прокачаем еще раз меч. А хотя... Я так подумал. Или нафиг надо. Да не, обязательно мне ее все равно покупать для прокачки предметов. Да, здравствуй, да, я понял, купить. Главное, клык тоже как бы материал у нас. Да, купить. Факел, я не знаю, почему я не могу использовать как материал. Враг тут остался? Да, враг этот остался там. Что меня немного расстраивает. Значит, он не одноразовый. Этих я ваншочу. Ну, ладно, не ваншочу. С двух выстрелов. Ну, они меня, во-первых... плохо дамажат. Во-вторых, я более мощнее. Напугали. О, а там рыцарь давно висел? Что-то я его не замечал. Пока. Ну, они не умирают, я вижу. Во-вторых, я открыл себе путь. То есть я могу призрака того обходить. Да? В-третьих, я могу проводницу тут оставить. Пойдемте, короче, самое начало. Говорит, жалко, что ты не начал не с острова. Допустим. Я прибегу. И... и... опа. Откуда-то сверху на меня посыпалось золото. Хороший старик. Полезный совет дал. Угу. Вернуться назад, чтобы потратить время. Эх. Использовать... может использовать это? Хотя... блин, не хочу проводника использовать. Точки наверху — это крыша. В принципе, у меня денег не так уж много, хотя души жалковато. Да ладно тебе. А видите, допустим, а стоять, там у нас проклятый. Проклятая область немного. А ну-ка, враги снова там будут. Опа, рыцаря нету. Все-таки враги есть однообразные. Ну, не однообразные, а один удар. Все идеально, ребята. Тогда мы с вами в следующей серии будем начинать здесь. Поэтому мы остановимся у этого святилища, которое здесь находится. В принципе, можно заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. И всем пока.